Ну и всем привет, ребят, с вами я, Максим Пресс, а сегодня я вам покажу новый эвент в Роблоксе. Event Creator Challenge. И еще плюс, добавок к этому всему, я вам покажу, как стать драконом полностью в Роблоксе бесплатно. Для начала заходим в Creator Challenge. Смотрите, здесь просто нужно пролистать или просто зайти по ссылке и там... Ну вот, короче, эти вещи вы можете получить в эвенте. Это очень крутые вещи. Начать вызов, жмем начать вызов именно. Ну или просто, короче, нажимаем урок первый. Сейчас. Третий. Так, ну короче, смотрите, здесь вам нужно пролистать к последнему, смотрите, урок Lesson 1 и самый последний там, у меня пишет принять вызов. И, короче, нажимаем вот это вот play, типа, весь квиз нажимаем. Вот там нам дается вот такой вот квиз, который мы должны пройти. Нажимаем на кнопочку play. Ну и я просто, создавал себе карту в Roblox Studio. И я знаю, как, типа, наверное, хотя бы чуть-чуть пройти. Короче, я ничего не читал, но постараюсь пройти сам. Ну или вы просто можете зайти по ссылке на Qz и пройти его. Нажимаем The Singing Palancet Map. Нажимаем, какая роль для, типа... Хотя я точно не знал. Что можно... Вот это вот, по идее. Да. Продолжить. Какая роль для... World Builder, наверное. Да. Когда работает карта, вы... Это хорошая идея для сохранить игру. Whenever you like it. Ну, я типа тоже. Game Location Script. Ну, вот так вот, короче. Я получил голову себе. Сейчас давай, вот пишет бейджик. Я вам потом ее покажу. Следующий. Ну, просто кликайте на рандом, и вам дадут все равно. Вот, ну, я постараюсь немножко думать. Вот так вот. Я не сразу так кликаю, но я просто думаю немножко. Change texture. А, нет, paint tool. Все, короче, получили второй предмет и последний предмет. Ну, просто кликаем на рандом. Так. Ну, на геймпейдж. Вот так вот. Ачивочки, наверное. Spawn location object. Там build your custom. Тут строить, типа. Это анчур. А, там был лог, типа, окей. Сейчас пройду. И сейчас, по идее, мне дали последний приз. Давайте сейчас посмотрим, что мне дали. Мне, ребят, дали 3 вот этих вот предмета. И сейчас я вам покажу, как стать полностью драконом за 0 робоксов. Вот смотрите, у меня 0 робоксов. Я вам покажу, как стать драконом за 0 робоксов. Погнали. Для начала заходим в костюмы и нажимаем мои костюмы. Типа. Нажимаем создать новый костюм. И пишем имя костюма. Ну, у меня будет это драгон. Ну, полностью по любое имя нажимаете. И нажимаете create. И сейчас... смотрите, берем костюмы, предустановленные костюмы. Дальше берем Roblox Boy. Дальше заходим в My костюмы. Нажимаем вот так вот и обновить. Update. Все, теперь у нас галечок такой. Нажимаем то, что мы, короче, Renex, All, ну или последний все, потому что у некоторых русский. Дальше, что нужно сделать? Вот нам дали вот такие вот вещи.
Эти все вещи, конечно же, одеваем. Ну, короче, смотрите, мы не можем одеть и крылья, и вот этот рюкзак годил. Для этого заходим в вот эту вот одежду. Дальше мы нажимаем на фронт. Ой, на waist. Да, на back. Да, back. Дальше что нужно, нажимаем вот так вот колесико мышки на вот эту вот крылья Гидоры. И просто смотрите, здесь есть ID. Мы это ID скопируем. Просто цифры и все, что здесь по ID. Берем, копируем. И сейчас я вставлю. Нажимаем вот так вот. Можем закрыть пока горзил. Так, нажимаем ну вот эту вот синюю кнопочку. Више see all кнопочки. Вставляем наш тег. Сохраняем, сейв, и теперь у нас и рюкзак, и крылышки. Сейчас я вам покажу еще кое-что. Нажимаем одежда, короче, и дальше shirt нажимаем. Дальше берем любую подходящую для вас вот футболочку. Ну, поскольку я сильно old в роботе, я возьму не за донат. Я вам покажу бесплатно. Для начала. Ну, берите, какой вам больше всего подходит. Ну, вот. Мне, наверное, вот это вот подходит, я не знаю почему, но просто она как под дракона прям сделана. Качество. А сейчас давайте штаны возьмем. Панс, короче, берем. И вот здесь, ну, это я так. Ну, эти, конечно же, подходят. Я их взял для видеоролика, но это не то. Что я здесь могу взять? Ну вот, видите, подходит, в принципе. Но я не знаю. Может взять. Вообще, можно взять любые вообще. Вот, просто без разницы, какие вы возьмете. Я возьму вот эти вот black jeans. И смотрите, что у нас вышло. Ну, в принципе, скин нормальный. Но еще поставить на t-shirt какой-то там дракона, типа себе вместо пиццы. И будет все у вас окей. Но у меня будет t-shirt какой-то, ну, не знаю. У меня, в общем, нет никакого дракона. Но, короче, я, наверное, знаю, как... Вы, наверное, знаете, как сделать дракона. Нажимаем Create. Даже жмем кнопочку вот эту вот... T-shirts нажимаем. T-shirts. И дальше нажимаем вот эту вот кнопочку Select File. Или выберите файл. Дальше пишите имя... Ну, любой. И нажимаете плод, и у вас эта вещь появляется в инвентаре, как вот эти вот все мои. Так, ну, короче, ребят, вот такой вот у нас, видишь, вышел видосик. Короче, это было очень easy получить эти призы. Так что с вас лайк и подписочка, а с меня годный видосик. Так что, ребят, если вам понравилось это видео, просто нажмите на эту красную кнопку. Мне будет этого и достаточно, если лайк поставил. Ну, короче, ребят, если вам это видео понравилось, если вы хотите еще халяву, тогда просто подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Ну, ребят, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!